Строительство, промышленность, ЖКХ и сельское хозяйство. Губернатор подводит итоги пятилетней работы. За это время регион вышел на лидирующие позиции по целому ряду определяющих показателей. Он занимает первое место по числу участников и объему финансирования в федеральной программе «Жилье для российской семьи». Также Самара – лидер по объемам строительства. Если брать первый квартал текущего года, ПФО дает ПФО, и страна дает в жилищном строительстве минус. Мы даем по первому кварталу 120% роста объема жилищного строительства. И мы вот ту планку, которую взяли, мы ее будем держать. Меняется ситуация в сфере дорожного строительства. На все дороги, строящиеся к чемпионату мира 2018 года, в стране уже выделен 31 миллиард рублей. Из них Самарская область получила 14 миллиардов. Власти региона серьезно повысили требования к подрядчикам. Повышаются требования и к качеству. Изменения произошли очень серьезные. И более того, мы и дальше будем очень жестко требовать качества. И качество, которое позволяло бы не только там комфортно ездить по дорогам, но и они должны, эти дороги, служить долго очень. Николай Меркушкин сообщил, что в ближайшее время наступит новый этап в наведении порядка в сфере ЖКХ. В этом помогут сами жители. В Самаре создаются 355 общественных советов. Они получат широкие полномочия, в том числе по утверждению смет на капитальный ремонт и утверждению отчетов управляющих компаний. У нас еще очень много работы для того, чтобы все уровни, все сферы, и в том числе общественность, институты гражданского общества, были активно вовлечены во все процессы, правильно понимали, не то что правильно, а понимали эти процессы и в силу своих сил, возможностей, делали то, что от них зависит, для того, чтобы улучшалась жизнь на Самарской земле. За 5 лет в Самарской области запущено 64 новых промышленных производства. Губерния вошла в число основных сельскохозяйственных регионов страны. В прошлом году был собран рекордный урожай зерновых. Губернатор особенно подчеркнул, работы впереди предстоит еще очень много. И необходимо максимальное вовлечение жителей области во все процессы, происходящие в регионе. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События.